Подключаць новагоднюю ілюмінацыю ў Гомелі распачалі ў 17 гадзін вечара. Вуліцы адразу заблішчалі яркімі святочнымі фарбамі. Усё навокал ператварылася ў чароўную казку. Сёлетні размах сапраўды ўражвае. Гарадскія ўлады прызнаюцца, кожны раз спрабуюць зрабіць упрыгожванне абласнога цэнтра лепш, чым у мінулым годзе. І зараз з задачай справіліся на выдатна. Без сумнення, ў такім прыгожым і маляўнічым горад над Сожам яшчэ ніхто не бачыў. Хацеў адметыць вуліцу Кірава. Она преображена в этом году как никогда. Там новые архитектурные формы, новые так называемые растяжки. Это фата. Кто называет фата, кто называет люстрами. Очень эффектно и очень нравится гомельчанам. Я хотел бы еще отметить, что и в районах каждый район для гомельчан, для жителей своих районов подготовили изюминки, которые до последнего момента они не раскрывали, чтобы приятно удивить людей. Одним из самых зачаровальных мест стал сквер имя Громыки. Гомельчане поспели покинуть становчие отгуки у социальных сетках про оригинальность его оформления. Зараз каждый может усяго за несколько хвилин наведать все самые знакомитые сусветные помники архитектуры и сделать фото на память. У сквера разместились миниатюрные Биг Бен, Эйфелева и Пизанская вежи, отель Парус, Московский Кремль. Не обошлись и без головных славутостей у нашей краины, Брестской крепости и Национальной библиотеки. В этом году необычно. Очень понравилось то, что разные, с разных стран. Здесь, например, Российский Кремль, Эльфовая башня. Очень интересно посмотреть, сделать интересные фотографии. Я считаю, что хорошая идея в этом году. Очень понравилось. Специально ребенка привела сюда. Сама как ребенок чувствую себя безумно красиво, безумно волшебно. Несмотря на то, что до Нового года еще почти неделя, даже больше, ощущается праздник, вот, ощущение волшебства есть. Выйти и прогуляться по вечернему городу Гомелю зараз одно задовольнение. Одразу отчувается перед новогодний веселый настрой. Искрыться святочными фарбами иллюминация будет до 14 студеня. Тому еще хапает часу, как побывать во всех районах города и отримать осолоду от новокольной прыгажости. Гомельчане и гости областного центра по вартости оценили сёлетнее упрыгоживание города. Иллюминация наближая свято и дорыть усім только яркие и позитивные эмоции. Вся прыгажосць, якая знаходзіцца побач з намі, дазваляе быццам трапіць у казку і паверыць у навагоднія цуда. Дмітрий Котаў, Яўген Макеенка, Тэлерадыё, кампанія Гомель.